Так, передо мной сидит Володя Родионов. Это оленевод Токинского станового национального парка, наблюдатель здесь. И вот их палатка с Пашей тут. Пользуясь случаем, я попросил Володю показать сумочку. Авсакан по-венгийски называется. Ну, а по-русски это такая сумочка, в которой, можно сказать, все есть. На случаи такие жизненно необходимые. Я всегда удивлялся, что там можно найти буквально все, что где-то когда-то может понадобиться. Хотя сумочка это, в общем-то, маленькая. Ну-ка, Володя, давай, показывай свою сумочку. Что там у тебя? Пользуешься ты чем? Ага. Зубная щетка. А, понятно. Это даже напильник. Это что? Напильник для пилы. Напильник для пилы, Это ногти стричь, все, короче. Это что? Все. Ножницы, ну, все. А ну-ка, открой. Тут и нитки лежат, короче, все. А, вот у тебя что, это все необходимо. Да, да. Это я все вместе положил. Да, да, да. Это вот бриться. Бриться? Угу. А, понятно. Ну, ладно, это для туалета у тебя. Вон, зеркало. Во, ничего себе, понятно. Там это. Крем. Крем. Это вот все. А, лезвие, ясно, ясно. Понятно. Вот специально резать что-нибудь. А, ясно. Да, 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 да. Она тоже часто пользуется ей. Тут вот нитки. Нитки суровые. Даже крючки даже лежат. Это что? Мормышки. А, вот, мормышки всякие разные. Мормышки. Мормышки, мушки. Вот ручка для этой. Для инструмента. Ага. Ясно. Мазь. Мазь. Даже ключ. Ключ для пилы. Ну, чтобы не лазить. Под рукой, чтобы был. Вот, чтобы что-нибудь чертить. Писать. Угу. Чертить. Даже зажигалка. Зажигалка на всякий случай. Угу. Это она у тебя как НЗ там? Да, да. Вот иголки большие. А, иголки, понятно. Даже изолента. Изолента. Щетка запасная новая. А это что там? Тут крем. А это уже эти. Это крем, ну. А, ну проволочки. Бывает, бывает может пригодиться. Нарвется. Понятно. Ну ладно, молодец. О, о. Даже эти есть. Чтоб на какие-то я-то. Да. починить, если что-то. Ну, проволочек нет, как раньше вот было. Веревочек нет, а веревочек. Уже. Ну, ну складывай, молодец. Вот показал я у Володи авсакан, которым он пользуется. Часто ты им пользуешься? Он у тебя где-то под рукой? Да, он всегда рядом. Всегда рядом. Выручает. Выручает. Вот такая маленькая сумочка и вот столько барахла. Да. Не, это, жизненно необходимого. Это еще не все. Это просто не досталось. Это ты не все. Там да, еще у тебя должны быть ножницы. Да, да. А, у тебя вот набор с этими, с маленькими ножничками. Походные. Да. Вот здесь все. Я просто все пораскидал. Это еще ничего. Mm. Вот так вот накладываешь, ну, ты там ориентируешься хорошо. Как в лесу? Нет, потом складу уже. Понятно. Закидываю. Ну ладно, спасибо, Володя. Моим подписчикам привет передай. Всем привет. Да, всем привет. Всем привет с тайги от Володи. Вот при случае смотрите и тоже пользуйтесь вот такими сумочками, в которых для любого случая найдется какой-то инструмент. Всем желаю удачи, радости, любви, красоты, творчества, гармонии с самими собой и с окружающим миром. Пока-пока.